что этот конкурс станет отправной площадкой, станет стартом вашей профессиональной будущей деятельности. Желаю нашему жюри успехов. Всех благодарю гостей, которые приехали на нашу благодатную башкирскую землю. Такие пожелания получили участники главного события музыкальной жизни нашего города. В Уфе стартовал второй международный конкурс музыкантов-исполнителей. Праздничный концерт в честь открытия конкурса был посвящен творчеству Загира Исмагилова. Конкурсанты, члены жюри и обычные зрители получили возможность познакомиться с лучшими произведениями башкирского композитора в исполнении выдающихся уфимских музыкантов. Участниками и членами жюри стали музыканты из России, стран СНГ, Кореи и других. Соревнования пройдут по двум возрастным категориям – в старшей и младшей группах. Мне очень понравилась в старшей группе скрипачка Лера Сидоренко. Я рада, что это наша землячка. Она очень растет, прогрессирует. И, то есть сегодня просто она меня порадовала. Конкурс пройдет в несколько этапов по 5 номинациям. Это фортепиано, виолончель, скрипка, контрабас и сольное пение. В младшей группе учащиеся колледжа Джалиль Галимулин, виолончелист, и Ангелина Самойлова, скрипачка. Конкурс продлится неделю. Финальный концерт намечен на 25 ноября. Анжелика Холодилова, Сергей Пичугин, телеканал ЮТВ.